29 ноября состоялась пресс-конференция о вручении премии Лобачевского за достижения в области геометрии. Победителем в ней стал профессор Калифорнийского университета в городе Ирвин Ричард Шем. В свое время Лобачевский совершил революционный переворот в геометрии. То же самое сделал и фактически профессор Шон. Он очень много сделал для геометризации современной науки. Сегодня геометрия входит в нашу жизнь на каждом шагу. И действительно, заслуга профессора Шона в этой области, она неоспорима. Также на пресс-конференции было заявлено, что одной из целей является создание премии международного уровня. Церемония вручения пройдет 1 декабря в Императорском зале КФУ. Премию и медаль вручат президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Прямую трансляцию церемонии награждения вы сможете увидеть на телеканале Универ ТВ. Артем Тупичкин, Леонардо Влетьяров, Универ Ньюс.